Внимание, у нас Евробонс. Такс. Делаем реакцию на Эйтизов. Вышло новое видео у них. Уже 16 миллионов просмотров. Добавлено понравившееся сесть. Даже говорить не могу, а язык заплетается уже. Это вот. Надо работу менять, короче. Решила я для себя. Так, клип называется «Дежавю». Раз, два, три. Подруга просто, не знаю, там, в панике билась, когда рассказывала мне, пытаясь без спойлеров рассказать мне, о чем клип. Ах, красивые какие. Джоги. Как вот эти спойлеры в ТикТоке не ловить? Вау. Какой расцветка классный. Кожаный штан. Так. Хорошо, что я не ловлю тут краш на санхва, это слава тебе, Господи. Кибер клип какой-то. Видела тут его отдельной нарезкой с выступления. Это после драмы имитации я заметила. Отстань от меня. Какой он краш. Ханжо. Ой, Миша, зайка моя. Давайте друг друга не будем за коленки лапать. Такая какая-то постапокалиптическая. Ну, давайте съедем на свалку в машинку, господи, у меня что валится тут. Сорян. Это что сейчас было? Хорошо, что сам стоял в центре, потому что я его не крашу, а если бы это был кто-то другой, я бы там просто сдохла сразу. О, господи, какой лапа! Это у них чересчур хат-концепция. Так, как не пищать, глядя на... Разобрали на молекулы, чё он хошу. О, опять эти образы. Так, тихо. Я сейчас чуть не сматерилась просто. Я против Ханжуна. Вау, такой Джокер. У него Джокер. Блин, вот такой лапа. Нет, не хочу его стэнить, отстань. Ой, сладкий мингишка. Ты вообще отвали от меня, достал. Так, я не хочу крашить Ханжуна, я уже это тысячу клипов говорю подряд, что я не хочу крашить Ханжуна. Ханжун, отстань от меня, это еще не конец. Так, это спойлер уже, наверное, следующего камбэка. Спасибо. Спасибо. Я, конечно же, как обычно, ничего не поняла. Как обычно, ничего не поняла. Кроме огромного обилия корейских мужиков. Да. Мингиша мой вернулся, зайка мое солнышко. В целом из-за Мингиши, из-за его голоса чудесного, прекраснейшего, я начала стейдить данную группу. А дальше там подтянулись уже все остальные. Все остальные типа Ясана, Ясан тоже мой бясик в группе. Ну, кроме Мингишки. Мингишка это number one у меня, конечно же. Дальше идет Ясанчик. Самый красивый парень на этой планете. Ну, не, ну блин, из миллиона моих, да, бесов. Да, потом...
Я не знаю, как к этому Хонджу относиться до сих пор. Тоже краш несчастный, господи. Как и вот ненавижу его с его Димой Билановской прической с Say My Name, так вот до сих пор не знаю, как к нему относиться, господи, что с моими волосами. Отопление просто включили в квартире, ничего личного. Господи, боже мой. Возьми себя в руки, тупая женщина. Спасибо огромное за просмотр вместе со мной. Вам спасибо, Итиза, за то, что вы сняли такой... Песня, скажем так, не драйвовая. Ну, не из тех, которые они обычно выпускают. Прям такие, прям взрыв. Но танцы и картинка, визуал, это, так сказать, так называемый, это просто что-то с чем-то. Ну, песня, конечно, будет на повторе, потому что... Вот это на, оно заест кого угодно. Ладно, все, всем спасибо, всем пока.